Эти мамочки могут с уверенностью сказать: «Я могу все», а все потому, что они посещают спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе». Там они учатся не только тому, как обращаться с будущим малышом, но и как всегда оставаться активной и жизнерадостной. Беременность – это не болезнь, а активное и очень интересное, яркое времяпрепровождение, насыщенное событиями, эмоциями и добротой. Потому что каждая женщина прекрасна и уникальна в этот период. Как раз свою уникальность и продемонстрируют участницы конкурса. Они покажут жюри и гостям свои вокальные и хореографические навыки, кулинарные способности и эрудицию. В программе нашего конкурса очень много интересных номеров и конкурсной программы, а также дефиле в вечерних платьях, спортивный номер, танцевальный номер. Это самопрезентация будущих мам, это подарок малышу, а также вы услышите приятные искренние поздравления от наших будущих мам, состоявшимся мамочкам. За корону супермамы поборются 6 участниц. Среди них и Мария Похлебаева. С центром «Растем вместе» она дружит уже несколько лет. Узнав все преимущества школы материнства во время первой беременности, не задумываясь, пришла туда во второй раз. Все номера очень интересные, активные. А мы, мамочки, активные. Нас активности научила Анна Батрак в своей школе материнства, что мама должна быть активной, и тогда она будет здоровой, и здоровый ее малыш. Поэтому на спортивных номерах и танцевальных мы, конечно, старались, пыхтели, но все-таки смогли без каких-то трудностей выполнить все задания и подготовить все номера. Кто из участниц лучше проявит себя, станет известно 25 ноября. 10-й юбилейный конкурс среди будущих мам состоится в 15 часов в Доме культуры Центрального района. Вход свободный. Приглашаем вас на 10-й юбилейный конкурс среди будущих мам. Я супермама! Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.